нахожу себе вот эти все уровни. Прям показываю. Первое, я стою на стоп. Сила, да? Дальше выше, чуть-чуть поднимаюсь, еще выше. И вот здесь я поднимаю. Когда я сюда поднимаюсь, я что? Принимаю все твои напряжения. Вот они здесь. А теперь что с этим напряжением происходит внутри тебя? Получается, если я управляю, ну, чтобы вы видели, своим, да, внутренним ощущением, то оно передается. Передается? Да. Даже может без опыта. Ну, можно и без опыта. Да, можно. То есть вот можно ощущение человека вдохнуть, поднять его. Друзья, часто понять особенности системной работы за один семинар или по видео очень сложно. А возможности попасть на очное занятие или попробовать все на практике в последние годы становится все меньше. Поэтому мы подготовили для вас полноценный курс занятий, в котором последовательно двигаемся от базовых упражнений, выявляя напряжение в теле и психике, к естественному движению. Обучение происходит через работу с партнером или предметами, если вы занимаетесь индивидуально. Особенностью курса является то, что все упражнения и движения мы учимся выполнять на трех уровнях. Выстраиваем правильное внешнее движение, основываясь на ощущении внутренней энергии, и осознаем весь процесс обучения в целом. Такой подход существенно ускоряет процесс обучения. У вас точно получится. Важно, что весь материал курса, все принципы и упражнения применимы не только в единоборствах, но и в повседневной жизни. Привычные движения вы научитесь делать спокойно, без напряжения, в теле и в психике. Это открывает путь к здоровой и счастливой жизни. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Переходите по ссылке в описании, чтобы больше узнать о курсе. Присоединяйтесь к нашей дружной команде.